Ой, так, подожди, и что там у тебя? 15-12. Ух ты ж, пиздец, кто мелкий запикает. Чего? Скринали! Хочешь новую игру? Заходи на chipcase.ru и гарантированно выиграй ключ от любимой игры. Всего за 69 рублей начни играть CSGO, GTA 5, Overwatch и много других игр. Или приглашай друзей, получай игры абсолютно бесплатно. Заходи на chipcase.ru. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать угадывать постройки друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое спасибо вам за 15 тысяч лайков под нашей предыдущей серией. Только благодаря вам и выходит эта серия. Поэтому, ребята, также прямо сейчас на вот этой серии влепите большущий палец вверх и давайте наберем также 15 тысяч лайков и на моем, и на Жекином видосе. Как только мы это сможем сделать, сразу выйдет следующая серия нашего постройка крокодила, да? Постройка крокодила. Угадай, постройка! Постройка крокодила. Так, ну что, Жека? Эдисон, я... Мы сейчас с тобой опять будем 20 минут играть в камень-нож с бумагой. Подожди, ну давай, в предыдущей серии кто выиграл? Ты. Поэтому давай... Ну ты выиграл, ты первый... Ты выиграл, ты первый строил. А, ну теперь ты будешь первый строить. А теперь я буду первый строить. Давай, вот сюда хочу, чтобы ты тыкал. Вот сюда. Ну ты куда? Куда тебе тыкнуть, а? Сейчас. Да давай, тыкай. Все, все. Так, а вот тут. А вот тут тоже вот сюда хочу. Так, что у меня, Ага, да. Ну, одно я знаю, как строить, одно уже было, в принципе. У нас уже была такая постройка. Было уже? Ну, у меня было. Ты зачем мне это сказал? Так вот скучно же. Ладно. В смысле? Да, это просто как бы, это просто строить, поэтому давай. Ну ладно, давай. У меня нет таймера, к сожалению. Да засекай. В смысле? У меня нет таймера, вообще нету, все, поломался таймер. Ну хорошо, нет у него таймера, значит, я буду засекать. Давай, Жека, раз. Ну я так. Два. Давай. Три. Поехали. Давай, что это? Ой, ну я, конечно, понимаю, что это такое. Ну ты, конечно, мог построить что-нибудь другое. Ну почему другое? Ну как бы главная цель. Ладно, это YouTube, это YouTube. Да, главная цель, чтобы Жека угадал, поэтому тут все просто. Да. Ну блин. Ну это твоя была постройка, в первый раз была моя. То есть у нас совпадают немного мысли. Совпадают, я тебе говорил, что у меня тоже такая есть. Мы не виноваты. Давай, Жек, ты будешь зато в чат писать. Я буду таймером, а ты будешь в чат писать. А, хорошо. Эдисон, два. Жека, один. Так, вторая постройка. Тут просто будет что-то необычное. Я даже не знаю. Что-то необычное. Давай, я в принципе готов уже угадывать. Я самый просто лучший. Угадай, постройка. Давай. Раз, два. Три! Давай. Так. Ага. Ну как бы ты должен понять, что это такое уже. Да? Нет. В смысле? Давай. Да ты дурак! Ну как бы, в смысле, вот. Что, Жека? Скейт какой-то, я не знаю. Сейчас, подожди. Ну строй, я не понимаю. Жека, ты дурак как бы? Ну ты дурак, Автобус, машинка, я не знаю. Да, машинка, но, нет. Да, смотри, это машинка, да, машинка, ты правильно угадал. Ты не должен ничего говорить. О, как бы, ну ты не поймешь, что это я руки сейчас строю у машинки. Какие руки? Руки у машинки, руки вот тут. Да, трансформер. Такой себе трансформер, конечно. На будущее ты не должен говорить вообще. Хорошо, ну... Как бы ты понял то, что это руки у машинки, а? А ну стоп, тогда ты должен как-то так построить, чтобы я понял. Ну хорошо, все. Так, давай, счет, так, Жека. Что, мы как бы засчитываем, потому что еще такого не было, но да. Будущее... Я понял, все, мы поняли. Так. Так, давай, я напишу. Давай. Мне тяжело, что я время не вижу. Ну ты только да, давай честно. Да, все будет чики-пуки, не переживай. Хорошо. Да. Давай, куда мне тыкать? Сначала тыкай куда хочешь. Мое сначала, нет, мое. Куда тыкать? Давай, говори. Справа, самого права, вот справа, крайне справа. Хорошо. Давай. Твоя же постройка, твоя. Да, давай. А тут как бы куда хочешь, давай. Да. Давай. Готова? Ну, да, я в принципе готова. Давай, раз, два, три! Давай, Жека, давай! Ой, блин, что-то я маленько раньше начал строить, чем сказал три, да пофиг, давай. Так. Жека, 30 секунд осталось. Что это? Солнце. Да. О, нормально. Пишу, Жека. Так, хорошо. Я пишу. Не, 5-4. 5-4. Кстати, в прошлой серии мы что-то неправильно посчитали. Там много комментариев, типа, он на дочку, там. Да. Ребят, ничего страшного. Давай. Раз. Два. Три. Давай, Жека, давай. Так, Эдисон, я тебя заранее предупреждаю, что я фиг знает, что я строю.
Что это такое? Что это такое? Шапка? Нет. Ну, сейчас, подожди, я строю. 25 секунд. Ну все, я мне кажется, я не построю. Что это такое? Мне кажется, я ничего не уже телевизор, не телевизор, я не знаю. Это, монитор! Нет! Это... Жайка! Какая к черту голова? Это шапка, это кепка, это ушанка. Давай, угадывай, я не знаю. Жека, ты... Я не знаю, как это... Ладно. Все, я уже не... Ну, блин, я согласен, я построил не похоже, но я не знаю, как построить космонавта. Ну окей. Я построил, в принципе, шляпу с скафандра. Ну окей, ну если честно, это сложно, как бы, ну... Блин, капец, я уже проигрываю на 2 очка, ребят, походу я опять в этой серии проиграю. Ну ладно, давай. Ну посмотрим, как я сейчас могу построить. Так, вот я хочу сюда тыкнуть. Давай, куда мне тыкнуть? Давай вот сюда. Уходи! Так. Ну так у меня уже такая постройка была, может переделать? Ну хорошо, давай переделай. Так. Да, нормально. Все, только никаких подсказок. Да, все нормально, давай. Давай, строй. Давай, сейчас. Подожди, ну как бы засекаю, не? Раз, два, три. Так. Давай. Так, это какой-то серп? Да, серп. Дальше. Да ты дебила кусок, я как бы не закончил, там два слова. Дебил, срады. Серп и молот, правильно? Ты сказал да. Ну как бы да, это серп, но я как бы не закончил. Ты не должен ничего говорить, пока я не отвечу правильно. Типа да, нет. Ну ты правильно ответил, да, но как бы это была половинка всей задачи. Ну я не знаю, так нельзя. Хорошо. 7-5. Да, 7-5. Удалил мою постройку. Я думал, все, давай. Раз, два. А ты засекаешь или нет? А ты засекаешь. Ну капа, почему тогда ты горишь? Если я. Хорошо, да. Давай. Раз, два, три! Поехали. Ага. Это печенька? Нет. Так, хорошо, строй. Так, пока что ничего не понимаю, но что-то. Да, торт. Угадал. Хотя что, я радуюсь, что угадал, конечно. Ну почему, как бы тебе тоже очки идут. Ну да. Ну тут тоже, знаешь, в этой игре это... Как это сказать? Я точно все правильно посчитал, да? Да. 7, да, 9, 6, все правильно. Да, все правильно. А уже, как я говорю, в этой мини-игре зависит, то есть, доля удачи. Кто кому что выпадет, точнее. Если тебе там космонавт выпал, то все понятно. Но... Давай, подожди, как-то странно, почему 9, 6? Ну ладно, допустим, так, ладно. Ну хорошо. Давай, куда мне тыкать, говори. Ну тут куда ты, куда хочешь, туда и тыкай, Жек. А я про тут говорю. По центру тыкай. Тыркай, давай. Твоя постройка. А вот тут я тыкну вот, пожалуй, сюда. Да, куда хочешь, Жека. Давай. Хорошо, сейчас подожди, Эдисон, подожди, одну секундочку, подожди. Ничего я так не буду, давай. Раз, Жека, раз. Куда, раз? Два. Нет, Эдисон, ты так не готов. Три! Давай, поехали! Я даже блоки не взял, подожди! Так, ну хорошо. Так. Рельсы! Блин! Ну, что-то похожее на лестницу. Лестница, я не знаю, Джека, сложно. Что такое? Кирпич! Я какую-то фигню строю, фигню строю! Жека, что ты? Фигню строил! Дымоход, пароход, поезд! Где это? Да! Поезд? Блин, я так заволновался, что какую-то фигню начал. Если это поезд, то я, Жека, даже не знаю, кто я такой, ну окей, хорошо, я угадал. Ты угадал, это самое главное. Но если ты вот этот дымок не сделал, то вряд ли бы угадал. Да, я просто даже не знал, как изобразить. Поезд высший класс, просто поезд будущего, то есть фигуристически. Да. Я готов. Давай, раз. Два. Три! Давай! Так, я надеюсь, вот на этот раз я построю нормально. Так, подожди. Так. Windows. Да. Windows. Хорошо. Net easy был. Так. Так, подожди, а что у нас там по очкам? Подожди, но у меня 11, а у тебя 11. Да, 11. Да, сейчас. Вот так. Так, я. Это последний раунд, то есть я и ты, да? Да.
Блин, ты опять проиграю, чё ты попал? Да чё ты? Охренеть. Так, хорошо, хорошо. Давай дальше. Куда тыкать? Куда тыркать? Ну, давай вот по центру. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, Элисон, мистер таймер, говорите. Давай, раз. Ага. Два. Ага. И три, да? Три. Давай, давай. Ты все правильно понял? Столбы, столбы. Да, да. Так. Перекладина. Турник, качеля? Качели, качели. Как ты уже угадал, я даже не достроил до конца. Я не знаю, я просто думал, ну турник, ой, типа это, столбы, перекладина, что это еще может? 13-11. Так, как вот это мне сейчас... Подожди. Я проиграл. Да тихо уже, ты будешь сидеть тихо? Я проиграл. Так, давай. Готов? Давай, раз, два, три. Три. Так, хорошо. Ага. 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 Так, подожди, я еще думаю. Ну что, это похоже? Чап, ну похоже на буковку твёрдый знак. Думай дальше, на что это похоже? Блин, устрой хоть что-нибудь, чтобы я понимал, на шоколадку похоже. Нет. На бургер. Какой к черту бургер, это предмет. Да, подожди, сейчас, стой. Знак, символ, что это такое? Стоп, типа, да? Какой к черту стоп, Жак, это дурак. Гитара. Да, к чему это относится? Музыка. Да. Ну ты опять же давал подсказку. Нет, я просто сказал гитара, да, и все. Ой, так, подожди, ой, и что там у тебя? 15-12. Ух ты ж, пиздец, кто мелкий меня запикает. Чего? Схренали? Ты просто, ты пиздец, понял? Так. Ага. Давай, куда мне тыкать? Да. Слева, с краю. Хорошо. Сам ты такой! Оскорбляет меня тут. Нет, я не такой. Ага, тут я тыкнул вот сюда. Хоть куда, тыркай. Да, хорошо. Давай, Жека, давай. Раз, два. Куда раз, два? Три! Давай, какие не раз, два, давай. Так, хорошо. Так. Так. Так, подожди. Так, я строю. Кролик. Да, кролик. Да. Хорошо. Так, ну, а чё, я в любом случае проиграл, как бы, да? 16-14. Да, давай, считай. Давай, два, раз, два, три, давай, Жека. Так. Бутылка, кружка, а, всё? Да, я опять проиграл, Эдисон. Если хочешь, можем еще раунд для подписчиков сделать, если ты хочешь. Давай, ради подписчиков мы сделаем еще один раунд. Ребят, ради подписчиков еще лайк, если вы не поставили, лепите лайк. Хорошо, ради подписчиков. Какой счет? 17-16. Да, 17-16. Финально. Так, хорошо. Тыкай. Тыркай. Ты поднял. Нет, ничего не понял. Я видел, что там было написано, куда оно испарилось. Алло, ничего не вижу. Куда оно исчезло, Жека? У меня ничего нету. Ну, ты помнишь, что там написано было? Да, я помню. Ну все, пофиг. Раз запомнил. Ребят, вы видели, поставьте на паузу, там что-то выпало. Это какая-то магия. Я ничего не, мне нету. Ну я помню, у меня тоже ничего нету, куда оно пропало. Ладно, пофиг, куда тыркать? Тыркать, ну давай вот сюда. Прикольно. Только без подсказок. Хорошо. Без подсказок. Давай. Раз, два, три. Поехали, давай. Так, ага. Угу. Ну, это кольцо. Да. Хорошо. Сколько? 19-17, да? Да, 19-17. Йохан и Бабай. Так, Жека, это будет сложно. Два. Три. Так. Ага. Так, потом. Потом. Вот ты по идее свои! Звезды космоса. Космос. Хорошо. Ой. Ты прям как-то прям так стер. С лица земли. Ну хорошо. Так, давай. Я все равно опять проиграл. Мы будем до конца играть, прям часовая. Так, хорошо, я тыкаю твою фигню. Тыркай. Вот тут хочу. Вот тут. Вот так. Ну сейчас я такой этот пост. Ой. Ну все, я готов, давай, засекай. Раз, два.
два, три! Погнали, погнали, Жека, давай! Так. З, два... Да твою мать, что так это долго строится? Жека, 2х, 2%, 2 умножить... Ну, перебирай. 2 на 2? Да, да, ну, дальше, давай, все, 4, как бы, математика... Ну, давай, ну, алгебра. Да, математика, да. Неужели так сложно? 2 умножить на 2, ну что это может быть? Ну, как бы, так же, как и с музыкой, гитара, то есть... Ну, да, ну, ты мне подсказал. Давай, я... Ой, готово? Давай, раз. Это слишком просто. Два. Три! Давай, Жека. Не. Морковка. Писюн? Да. Это морковка. 23. Подожди. 23-22, как бы, Жека. Одно очко, понимаешь? Ну так и было, как бы в предыдущем раунде, ну ладно. Окей, я опять просрал. Вот такой вот я. Жека, не расстраивай. Мы надеемся, что мы все правильно посчитали, потому что. Не будете больше писать комментарии, потому что неправильно. Не, ну, вроде правильно. Вроде все правильно. Ребята, в этой серии мы сделали на один раунд больше, только ради вас. Поэтому, ребята, если вы хотите еще одну серию угадай постройка, то ставьте большущий палец. Не надо писюны, пожалуйста, я тебе прошу. Я не хочу чиновки строить, я просто заканчиваю. Не надо меня в писюн закрывать. Заканчиваем. Ставьте лайки, 15 тысяч лайков, мы сразу записываем и выкладываем следующую серию Угадай постройка. Угадай постройка. Это Оэнис на голове вырос писюн. Да. Все, ребят, до свидания, спасибо большое, до свидания. Давай.